Всем привет, чуваки, меня зовут Майк, вы смотрите ежедневные влоги Cam with Man. Я гуляю с Барником, сегодня воскресенье. Сегодня я очень долго и мучительно работал над обработкой фотографий. Я практически сделал все, что запланировал на эти выходные. Осталось только записать обзор на монитор, записать песню и сделать один видеоурок небольшой, но это не для интернета. Как видите, погодка у нас дерьмовенькая, идет снег и дождь, и непонятно, что вообще это идет. Хотя на сегодня вообще обещали минус 14, одно из средств массовой информации, но, слава богу, не угадали. Чуваки, я таки записал песню. Не скажу, что это новая песня, но это одна из последних сочиненных. Вот, называется «Терапия током». Терапия током. Вот. Ну, грубо говоря, она о том, от лица чувака, пациента, сидящего в психбольнице, которого лечат током и который на самом деле нифига не сумасшедший. Ну, что-то вот вроде того. Вот. Я думаю, сейчас Тёме отослал ее. Сейчас посмотрим, если он подтвердит по качеству, как бы по сведению. Я просто сварить-то не сильно мастак. Вот, свел, как слышу, так и свел. Если норм, то я выложу ее ВКонтакте. Если нет, то буду дорабатывать, потом выкладывать. И между прочим, все-таки дома намного приятнее записывать, чем где-либо. Писал вот на вот эту вот гитару свою. Она у меня пыльная вообще, капец. Fender. Fender была куплена, когда я работал еще инженером, конструктором. Был употреблен в этой песне, использован. И вот этот вот тамбурин, это мне Алиска подарила на день рождения 2 года назад, по-моему. Я не помню, Алис, когда подарила, ты напомни в комментариях. Вот. Ну, микрофон, естественно, AKG 120 Perception, поп-фильтр с eBay, все как надо. Все записывалось в Cubase 5. Вот они, дорожечки. Раз гитару прописал, потом записал еще одну гитару, потом тамбурин пробил. Ну, здесь просто на две дорожки разбито. На самом деле это все одна, как бы, ритм побил тамбурина. Потом вокал одна дорожка и бэк-вокал. На припеве я полностью дублировал вокал, а на куплетах я только терапия током пропевал. Ну, вот послушайте. Вот. И соло, ну, так и не соло, как бы фоновая гитара. Плюс на каждую дорожку у меня здесь по эквалайзеру, по компрессору, что тут еще, ну и реверб стоит. Короче, ревер на бэк-вокальный голос и ревер на соло-гитару, она же фоновая гитара. Вот, это, ну, это для тех, кому интересно, вот. Такие друзья, пироги, все, сейчас буду брать вот этот коробка. Вот этот коробка и открывать его, только уже не на эту камеру, а на Mark II Canon 5D. Опять в каком-то порядке, я серьезно, честное слово. И вот не специально, обычно же, ну как, Canon 5D Mark II, а у меня какой-то Mark II Canon 5D или Mark II 5D Canon. Ну серьезно, вот честное слово, не специально, каким-то образом у меня это все всегда на рандом слова выпадают. Абсолютно в неправильном порядке. Вот, ну все, друзья, сейчас буду писать и потом покажу, что получилось. И еще я все-таки сделал фотографии все. А, ну я уже это вам говорил. Ну я просто, может быть, ну не сегодня, наверное, завтра, наверное, уже мы выложим с Алиской их ВКонтакт, и вы все увидите сами. Друзья, снимаю для вас обзор на мониторчик. Вон он, Acer. Acer H236H. Эль, я разлил чай, но это нормально, если честно, я уже вспотел и подустал, это только половина обзора я отснял, сейчас буду подключать его к ноутбуку, вот освободил стол, и смотреть будем что-то, да как там, как он, так сказать, передает цвета, но опять же, как можно определить это через камеру, это невозможно, поэтому, если вы не решитесь довериться мне и покупать такой же монитор, если вы сейчас вдруг у вас стоит выбор, какой же монитор купить, то тогда лучше придите в магазин и посмотрите лично. А если же вы мне доверяете и знаете, что я не куплю говно, то покупайте его сразу вообще по интернету. Лишь бы в проверенном магазине. У меня такое ощущение, что сейчас ноутбук там расплавится, он иногда так завывает. Дело в том, что у меня сейчас стоит рендер свободной темы. Обзора этого самого монитора, который сейчас вы видите, вот.
И там осталось еще минут 20, по-моему. Уже прошло где-то полтора часа рендера. Обзор на 11 минут. Вот такой вот у меня дома рендер, друзья. А я в это время скачал с интернета с Lost фильма. Только что посмотрел «Люди будущего» здесь вот на телефоне. А сейчас скачал «Американскую историю ужасов» и буду смотреть четвертую серию. Алиска в это время будет смотреть у себя дома. Сегодня мы каждый у себя, потому что решили заняться делами, ну, чтобы не отвлекаться. Я вот фотографии поделал сегодня, там видео снял, а Алиска дипломом занимается прям плотно, потому что у нее 6 числа процентовка, на которой должно быть очень много уже сделано, а еще это не сделано. Вот сидит, делает. Вот. А я сейчас буду смотреть. Ну-ка, перевернись, чик. Вот так вот. Смотрите, погнали. Lost фильм. Все как надо. «Американская история ужасов», 4-я серия. Ну-ка, ну-ка. Отлично. Обожаю этот телефон за это, за то, что можно вот так вот сидеть и смотреть фильмы. Причем, блин, экран достаточно вообще большой для этого. Вот сидишь вот так вот, вообще не паришься. Смотришь, и вроде и далеко от тебя экран, то есть ты не вот так там впяливаешься, и вот так вот на вытянутой руке даже можно без проблем смотреть и радоваться. Вот так вот, сегодня такой вот вложик. Все, я сплю. Ну что ж, чуваки, посмотрел и получается «Люди будущего», «Американская история ужасов» и сверхъестественная все последние серии этих сериалов, прям зарядился такой энергией кайфовой, сериальной. Круто, чего сказать. Выложил обзор монитора. По-моему, я уже это говорил, я уже хочу спать, на самом деле, пол первой ночи уже. Вот, и давайте-ка, наверное, я отправлюсь спать. Подписывайтесь на Жираф ТВ. Смотрите обзоры, смотрите свободные темы, биофакты по штатам. Я все целый день думал, возобновлять ли биофакты и по штатам, или же внедрять новые проекты. Вот у меня такая война в голове сейчас происходит по этим вопросам. Вот, ладно, друзья, увидимся завтра. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на Алискин инстаграм, на мой твиттер. Всем отличного настроения. С вами был Майк Покеда. Ask God some beaches.